Ребят, всем привет! Новое видео на канале, и сегодня мы будем чинить BMW 4. 23-й год. Погнали! Пришли все запчасти наконец-то. Будем менять подвеску, привод. Я думаю, в ближайшее время будем выезжать. Сегодня к вечеру. Помним, да, что подвески у нас здесь нет. Женя и Дима приступают к работе. Точнее, Женя, потому что мы с Димой начинаем стримить. Что, Дима? Теслу, завози. Приступили к работе по BMW. Что мы здесь меняем? Ребят, смотрите, задний подрамник. Мы здесь меняем привод, мы здесь меняем внутренние рулевые тяги, а также внешние. Куча рычагов. Вот это все у нас новое. Это БУ и вот это БУ. Короче, это экономненький вариант. Ага. Потому что, ну, может, тут по большому счету можно было бы и кулачок поменять там, и туда-сюда, все тут, ну, по кругу. Но это так экономненько, потому что, ну, так сказать, так попроще. Окей, есть как есть. Да. Это был один подрамник на эту машину. На всю Америку? Да, на всю Америку. Он стоил там в районе $500. Ну, вот такого там. Плюс доставка, да. Плюс доставка. На дилере этот подрамник $1200 стоит. А, ни херово так, как оно сэкономили, я тебе скажу. Ну да, это неплохо. Когда Женя занимается здесь, мы будем заниматься с Димой стримом вот здесь. Кстати, можете посмотреть потом стрим, он будет на канале. Пошла у нас передняя подвеска меняться. Диск побит, но ничего. Куски только Женя откручивает. Что-то Женя тут чудит. Да, я понял, ты так тягу вдавливал, да? Опа, и вот она у нас. В процессе работы мы обнаружили еще какие-то нюансы разбора, да, вот тут от полоси вот такая солидол проблема. Был, и все было залеплено, и не было видно. Не было видно. Да, 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 да. Разобрали, протерли, опа! Протираем, а у нас под замену вот эта ступица. Сейчас что делаем? Собираем со сломанной ступицы. Да. Со сломанным рычажком, да? Рычажок сверху? Да, то же самое. Вот с рычажком тоже не видно было. Заказываем и потом загоняем, меняем левую сторону, рычаг и ступицу. Женя пошел заниматься. Чтобы лифт не простаял, ребят. Не, прошелся так, бы здесь, показал, что там, ну, уже. Да, вот тут все стоит на своих местах, кроме этой подвески. Задней. Ты ничего? Потихонечку можно будет выезжать. Ну все, значит, скоро выйдем. Выезжаем. Из-за того, что у нас проблема с задней ступицей, нюансик есть, да, вот видно. Но скоро это исправим.
Ну, это уже будет совсем другое кино и другая серия. Вот такой у нас был ремонт BMW 4 серии. 2023 год. Не знаю, понравилось видео. Лайки, дизлайки, комментируйте, репостайте. Да и не забывайте подписываться. С вами был Владимир Палыч, компания Saul Motors. Same peace. Да, и еще есть нужные машины. +1 2 6 7 6 3 2 4 7 7 4. Мы здесь.